Добрый день, зрители нашего канала. Казалось бы, растут туи на садовых участках и не требуют особого ухода. Но, как и каждое растение, туи нужно удобрять. Можно использовать удобрения разных фирм. Мы предлагаем обычный торф фирмы «Огородник», который обеспечивает оптимальную влагостойкость и воздухопроницаемость. Это 100% природный продукт. Как только наступают теплые деньки, укрывной материал можно снимать, расправить ветки и распушить дерево. Далее следует убрать опавшие еще осенью сухие листья с грунта у основания туи. Укладываем торф плотным слоем вокруг ствола. Немного уплотняем. Далее обильно поливаем. Также можно поступить с другими растениями на вашем дачном участке. Теперь они будут питаться полезными веществами и иметь хороший и здоровый вид. Подписывайтесь на наш канал и пользуйтесь полезными советами.